Несмотря на пасмурную погоду, людей собралось множество. Все пришли с ребятишками. Маленькие жители поселка Заветного хотели скорее получить долгожданный подарок. Детские площадки здесь есть, но они небольшие и еще советских времен. А людям хочется, чтобы их дети играли на современных, красивых и безопасных. Торжественность момента подчеркнул небольшой концерт и выступление почетных гостей. Заветное у нас навсегда царским селом останется, так оно было, есть и будет. А те проблемы, которые есть, они вот, когда на деток смотришь, наших, которые танцуют из нового детского сада, они все просто меркнут, потому что небо пусть и темное, но мирное. Потому что детки играют, а значит, будущее есть. Всех с праздниками! Почетные гости перерезали алую ленту. Новый объект официально открыт. Светлана Кончатная с внучкой Алиной очень довольны площадкой. Раньше девочка играла во дворе частного дома. Говорит, это скучно. Здесь большая компания и множество веселых игр. Мы здесь живем недалеко, буквально 2 квартала. И уже мы ее давно приметили, когда ее только начали строить. И вот решили прийти на открытие, посмотреть вот на такую красоту. Спасибо. Тут детям очень хорошо. Тут много радости, веселья. Тут, думаю, будет много детей играть. Детская площадка – не первый объект, который появился в Заветном благодаря стараниям депутатов и администрации города. Уже есть пристройка к детсаду, новое дошкольное учреждение, возводится храм. Современный игровой комплекс построен на деньги спонсоров в короткие сроки и именно на том месте, где хотелось жителям поселка. Нам, конечно, хотелось сделать так, чтобы она была нужна. Не просто вот так сделать, чтобы обещали и сделали, чтобы люди сказали, что да, это нужно, это хорошо. На каждую качелю есть и сертификат, и все документы, абсолютно все, чтобы это было безопасно для детей. В ближайшее время возле площадки появятся кустарники и молодые деревья. А ребятишки здесь будут всегда. Влада Волошина, Артур Карджанян, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».